Гастроли шоу Гии Эрадзе и российской государственной цирковой компании «Бурлеск» с невероятным успехом продолжаются во Владивостокском цирке. Аншлаги на каждом представлении стали поводом добавить в гастрольный график дополнительный день выступлений. Теперь программу можно посмотреть не только в субботу и воскресенье, а и в четверг. С 10 июня все лето в столице Приморья королевский цирк Гии Эрадзе с новым грандиозным шоу, покорившим княжеский дом Монако «Бурлеск». С премьерных представлений в зрительном зале аншлаги и овации. Заявки от зрителей, в том числе из других городов, продолжают поступать. И чтобы все желающие успели увидеть яркий праздник на манеже, стоит поторопиться. Ведь на календаре уже середина лета, и гастроли во Владивостокском цирке достигли своего экватора. Нам понравилось, очень замечательно. Мы ходим каждый год на представление Гии Эрадзе, и мы являемся поклонниками, можно сказать, да. Очень. А чем понравилось? Там вот такие прям номера, там прям так все неожиданно, так круто. Там они такие сложные номера делают. Я бы так никогда не научилась. Классный. Очень классный. Зебры и обезьяны там были. И столько много артистов, что я не мог разорваться, на кого смотреть. Это великолепно. Это фурор. На самом деле у нас сегодня экватор наших гастролей. Мы уже поллета пребываем в прекрасном городе, полном чудес, сказок, невероятностей, красот. И зритель Приморского края нас поражает своей теплотой, сердечностью и таким жарким приемом, что мы с нетерпением ждем каждого шоу. И каждое шоу у нас разное, и оно изменяется. И на самом деле к нам приходят не по разу. Я уже знаю, что даже здесь приходят наши гости. Третий раз уже на шоу приходят. За это время шоу уже посетило свыше 24 тысяч зрителей. Такое количество проданных билетов подтверждает высочайший уровень мастерства артистов и качество программы нового шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе. «Бурлеск» создан на основе номеров, триумфально победивших на 43-м международном цирковом фестивале в Монако. Именно здесь представлен потрясающий номер «Групповая трансформация Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света. Экзотический аттракцион «Африка», трогательный и смешной клоун, первоклассный балет, сказочный Пегас. А во время выступления воздушных гимнастов Бикмаевых, как признаются зрители, замирает сердце. Замечательное представление, очень яркое, костюмы потрясающие, конечно. Дух захватывает в некоторых моментах. Очень понравилось. Мне очень понравилось, особенно медведи и зебры. И женщина, которая в самом начале была, она очень красивая. Мне очень понравилось выступление, начало и костюмы всех персонажей. Я не знаю, я очень хочу еще раз приходить в этот цирк. Титулованные артисты Росгосцирка, рекордные трюки, филигранная дрессура, масштаб, декорации и современные спецэффекты. Увидеть новое шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Бурлеск» можно каждый четверг, субботу и воскресенье. Ирина Шилина, Игорь Болтов, новости на восьмом.